Привет, это дополнение, очень важное дополнение. Послушай, пожалуйста, Дизлайв, Володя Подотхертов и другие блогеры. Очень важное дополнение, особенно Дизлайв, послушай. Она, ты на видео увидишь, в конце, когда... Короче, в конце она... Ты увидишь видео, я тебе скину, и время, где это смотреть. Просто подходит ко мне, я думаю, что она собирается нападать, и она говорит: клянусь Богом, и через секунду крадет чужой телефон, который лежит на столе, вот так вот ты увидишь, вот так вот, так, раз, хватает и говорит таким голосом: это мой, уходя, и обзывает меня, она уходит со своим парнем, представляешь, у нее есть парни, ну у нее дофига парней. Пожалуйста, расскажи об этом. Я не пиарюсь ни на чем. Можешь не называть меня вообще имя. Тут фамилию мою написано, но они не увидят, а фамилии мне не нужны, у меня псевдоним там ВКонтакте. Короче, пожалуйста, расскажи об этом. Я даже не знаю. Короче, менты ничего не сделают. И меня, возможно, будет избивать ради секса, она скажет. Вот этот вот чел, вот этот вот урод посмел там, ну, обвинит меня в чем-нибудь там, нагонит на меня и скажет: давай ты его изобьешь, и он, типа, что она ему даст. Он меня будет избивать. И не один, я не знаю вообще. И еще про ядерные отходы скажи, пожалуйста, которые свозят в наш город. Ну, это уже другая тема. Ладно. Я художник, вот. Мелками рисую. Я мечтаю сделать город красивым, но это не важно, в общем.